しお会いしてから、7ヶ月という気がします、まあ、少しそこに顔を合わせますが、その間に広瀬も2度電話会談を行うなど、さまざまな形で対話を継続しております。こうした対話の継続は大変有意義であると考えております。Уважаемый Сергей, рад приветствовать вас в Москве. Сегодня мы непосредственно встречаем впервые за 7 месяцев после моего последнего визита в Россию в сентябре прошлого года. За это время мы провели 2 телефонные беседы. И я придаю значение тому, что мы с вами продолжаем прямые контакты. Прежде всего, хотел бы выразить глубокое соболезнование по поводу крушения пассажирского самолета, который рассказал стоять около 12 марта. С момента моего визита в сентябре прошлого года продолжается активный диалог на разном уровне между нашими странами. И уже в этом году состоялись телефонные беседы на уровне не только нашим, но и высшим. И мы приветствуем такие положительные знаки. Кроме того, активно осуществляется и межпарламентский диалог. Уже в России посетили и зампрезидента ЛДЭП Японии господин Комбра и председатель Политического совета ЛДЭП Японии госпожа Инара. А в июне ожидается визит в Японию господина Нарышкина. И мы оцениваем, что такие межпарламентские обмены высокого уровня углубляют взаимопонимание и дают толчок политическому диалогу между Японией и Россией. И мы, как правительство, искренне будем продолжать поддержку в этом направлении. Сегодняшняя встреча имеет особо важное значение в качестве подобительной работы к дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне. И сегодня я хотел бы провести с вами откровенные и конструктивные обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора, а также по остальным международным вопросам. Уважаемый господин министр, мне действительно приятно быть здесь в соответствии с вашим приглашением, за которое я признателен. Гаймдайджин, как матдайджини, кисида гаймдайджини, кушутай тадайте, мукон не майримашта, кото тайген йоротонде, йоротобайско мутрию, то и кото пекуште. Мы очень ценим наши добрососедские отношения и регулярные контакты, которые в последнее время стали более интенсивными, как вы сказали, на всех уровнях, включая выше. また、ロシアと日本の全面関係、さらに先ほどご指摘がありました通り、首脳のレベルをはじめ、さまざまな文化のレベルでの接触の活発化を歓迎したいと考えております。
вчера специально подчеркнул во время своей прямой линии президент России Владимир Путин, который исходит из того, что между ним и президентом Японии сложились хорошие отношения, и он будет рад новым встречам. 今後とも発展することを考えております。ありがとうございました。